Всем привет, ребята, с вами Рирус, продолжаем играть в Ведьмака. В прошлой серии мы остановились на убийстве... как их зовут? Ведьм. Убийстве ведьм. Одна из них выжила, нужно будет ее потом убить. Сейчас нам нужно Иллириха. Ушатать на Лысой горе, уже играем за Ведьмака. Смотрите, бутылки всякие лежат тут. Ух ты. Они шевелятся даже. Прикольно. Ну что, погнали. Погнали на вершину. Я уже принял отвар, и надо еще маслом намазать. И отправшего, и вот магических тварей. Не знаю, к чему, к кому относится Иллирих. О, место силы. Отлично, ребята. Галеон дрожит, это место силы. А где мы сейчас еще по карте находимся? Давайте посмотрим. Да, вот оно как раз это место. Дорога на Лысую гору. Угу, понятно. Я когда путешествовал, пытался найти это место. Мне остался просто последний знак здесь, на этой карте. Ну, давайте прокачаемся тогда сразу. Вот это вот. Апнем выше. Сила атаки. Все шикарно. Все шикарно у нас складывается. Погнали потихоньку. Так, щит Квен возьмем. Квен. Давай. Залази. Ну, залази. Суккубы всякие лежат здесь, смотрите. О, детишки, отвернитесь. Лютый, конечно, эльф. Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде. Ну и голосочек у него, конечно. Они не разглядели девушки. Но ты пришел с ней, верно? Я здесь один. Ложь, которая ничего не изменит. Давай биться уже, потом бей. Потом. Сука, он еще и за щитом, да ну нахер, а? Ну понятно, как еще можно усложнить противника? Конечно, добавить ему щит. Пошел нахер. Ну-ка, стой, давай-ка попробуем. Опа-па-па. Нихера себе ты дамажишь. Как смерть с косой. Оп, пошел нахер. Опа-па-па-па-па. Ясненько. Сейчас пробуем. Давай. Ах ты твою мать. Поехали. Так, Квен накладываем. Давайте Акси попробуем использовать. Оп. Сука, похеру ему, да? Ну, ладушки. Так. Ну-ка. А ему похеру. Смотрите-ка. Окей, Квен. Он у нас парень не промах, да? Тихо. Просто кайтим. Сейчас ждем, пока будет у нас Квен. Вот, накладываем. Окей. Ранили Разулю. Оп. Ну-ка, можем отблочить. Смогли. Еще один Квен. Отлично. Вот так, что ли, будем тебя бить? Ну, давай, попробуем. Оп. Это было печально. Весьма печально, давай. Квен. Да убегай ты, убегай. Тихо, дружище. Подожди. Стой, бестиарий. Так, смотрим.
Не высший вампир, не гибрид, не драконит, не дух ты, не интоксикоид, не огр, не проклятый, не реликт. Ну, явно не трупоед. А где магические твари? А, реликты это должны быть магические. Нет. Гибриды, дракониды, духи и призраки, понятно. Вот они. Хрен знает, к кому относится дикая охота. Ну ладно, попробуем, знаете, что сделать? Уйди. Уйди нахрен. Нет, стой. Рюкзачок. Сейчас попробуем какую-нибудь бомбу кинуть в него. Танцующая звезда. И сон дракона. Вот это сон дракона. Вот он. Сначала сон дракона кидаем. Теперь. Сука. Теперь получаем по щам. Медок еще. Теперь вот эту херобору. Давай тебя сюда заманим. Вот здесь будет больше вероятности того, что ты отъедешь нахрен. Сука. Вот сюда, 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 сюда. Вот давай, вот сюда. Сука. Ладно. Ладно. Оп. Так, 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 ну попробуем. Нет, блочит, сука. Ну ты тварь, а. Оп-оп-оп-оп-оп, отошел. Квен. Че, не нравится тебе? Ну-ка, стой. Давай попробуем. Оп-оп-оп-оп, ладушки, ладушки, я понял. Так, в принципе, канает эта тема. Отлично причем работает. Стоять. Ну-ка, стой. Не горит? Не горит он, ему похеру. Квен. Оп-оп-оп-оп-оп, в щи получили, отходим. Я намек понял, не тупой. Ну блин, с нашим билдом это вообще на изи его, по-моему, убить сейчас будет. У нас и брони в разумных количествах хватает. Оп. Так, 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 ладушки. Заюзали. В спину ему будем бить. Так, все. Сейчас квен прожимаем, смотрите. Квен. И пошла жара. Сука. Ясно. Стоять. Оп-о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 п. Что-то он с дубиной какой-то опасный стал. Стоять. Нихера себе пробивает-то как. Ох, нихера себе. Ладно, пускай он бьет. Блять. Квен. Смотрите. Попробуем. Не-н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 е. Не заигрывай с ним. Ай. Блять, ну почти убили. Идем. Пошел нахер. Щит, 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 ждем. Не, он, сука, прикрываться начал. Блин, начал джойстик залипать. Это печально, надо новый, походу, покупать уже. Этому уже лет... Не знаю, лет 6, наверное, есть. Может, меньше. Меньше, наверное, 4 года. Уже кнопочки залипают потихоньку. Давай, друг. Ах ты. Пес.
Да твою мать, ну маслину словил. Так, 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 так. Стоять. Все, идем. Почти, почти, почти. Груша. Ждем, 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 ждем. Стоять. Окей. Я намек понял. Твою мать. Груша, груша, груша. Хилку использовали, все отлично. Так. Давай, бей, 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 бей. Ну бей. Оп. Отлично. Все, идем. Нет, не так. Все, окей. Окей, 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 окей. Фух. Так, он сейчас будет ТТПшиться на нас. Оп. Хилку. Квен. Оп. Сука. Словил. Словил. Вообще в таких делах нужно с фуловой стаминой быть, чтобы у нас срабатывал еще один. Не стаминой даже, а хотя бы хоть часть была у нас. Да, вот так вот, адреналинчика. Чтобы у нас срабатывало бессмертие. Это наш сейф. Стоять. Давай, оп. Два удара. Так, все, он бросает свою херобору. Сейчас он будет лупить. Лупить, 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 лупить. Лупить. О, все. Опять лупит. 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 О. Опять лупит. 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 Сука, попал. Лупит. Лупит. И хера себе он лупит. Так, хилочка. Лупит. 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 Оп. Отходи, 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 отходи. Потом пробьем ему. Оп. Так. Отлично. Щит еще один. Сука, хорошо, что щит был. А, твою мать, так близко. Все, походу добили. Изичный босс, самый изичный. Я с джином сильнее намучился. Потому что джин реально шотал просто. Если бы у нас была броня кота, он бы, этот бы на что зашотал, мне кажется. Кто тебя научил так драться? Ты дурак, что ли? Я ведьмак. Ведьмак, которого ты убил. Значит, он уязвим все-таки, как не был, да? Шлем ему приварил к мошке. Ой, твою мать. Это красавец просто. Даже скилла-то такого не было. Сейчас будет выбор, убить, не убить. Не будет выбора. Ух ты, ёперный бабай. 30-й левел, отлично, ребята. Восемьсот опыт дали. Так, ну с 30-м левелом нам доступны все дополнительные задания. Еще 4 левела. А, кстати, мы можем сейчас уже идти и доспехи делать, медведя. Получилось. С трудом. Как там внизу? Я убила только двух ведьм. Одна сбежала,
с медальоном Весемира. Единственная вещь у меня от него оставалась. Хорошо, что мы сюда приехали. Я сразу знала, что у нас все получится. Теперь найдем Эридина и убьем его. Это еще один эльф, да? О чем задумался? Думаю, что сказать Йеннифер, когда мы доберемся до Новиграда. Говори ей правду. Всегда. Интересно, Йеннифер и Трис нашли чародеек из ложи? Нам пора к ним. Дай мне еще минуту. Старый я стал, пока отдышусь. Ну да. А как ту ведьму-то убить еще одну? Побудем тут еще немного. Где там тело? Этого типа, с которым мы бились. Видимо, выше нам надо, да, идти? Ну, пойдем выше, сходим. Да, выше. Сейчас мы. Оп-оп-оп-оп-оп. Где мы ему там? Вот. Раскроили череп ему здесь. Магический желудь с него можно взять. Он дает нам 2 очка. Мы его будем использовать. Не будем его продавать, ничего там с ним делать не будем. Просто его сожрем. И 2 очка умения нам дали. Можно его продать, конечно, было, но лучше очки умения. Мне так кажется. В любой непонятной ситуации применяй очки умений. Отлично, у нас последняя ячейка осталась. И давайте посмотрим, что из красных знаков еще можно нам взять. Может быть, из зеленых даже. Но из зеленых здесь ничего нету. Каждое выпитое зелье восстанавливает 5 здоровья. Ну нет, нам, наверное, красную какую-нибудь ячейку надо взять, еще одну. Так, каждое очко адреналина дает шанс убить противника. Эффект срабатывает не чаще, чем понятно. Река гнева. При наложении знака используют 3 очки адреналина. Понятно, это шляпа. Возьму я, пожалуй, отравленные клинки. Мы же постоянно маслами пользуемся. Давайте возьмем. Поставим его вот сюда. В принципе. Нам лучше сейчас, мне кажется, сила атаки. Вот так поставим пока. Ну это, в принципе, окончательный наш билд. Я еще посижу за кадром в следующей серии. Поколдую над ним. У нас еще есть неиспользуемые таланты. Я вообще этот знак убрал. Ой, Алешка. Обман. Обман нам нужен сейчас будет. Давайте вместо масел пока возьмем... Ага. Вот оно что. У нас же там появятся потом мутации будут всякие. Дополнительные. И у нас появятся еще 4 слота, по-моему, под знаки активные. Ну, блин, пока сейчас не знаю даже, как сделать лучше, ребята. Что лучше брать? Что брать? Это все нам нужно. Это вырабатывает адреналин. А тут у нас, смотрите, время действия эликсиров на 10% увеличивает. Это хорошая тема, потому что у нас, допустим, то же зелье на урон. Оно тратится. У него 4 заряда. Если его прокачать... Правильно, это будет круто. Может, эту контроль метаболизма убрать? Ну, пока без обмана. Если что, я переиграю там задание, если будет оно с обманом. Вроде все мы, да, здесь собрали. Больше ничего тут такого нету интересного. Ну, ладно, поехали, Цири. Ну, так как? Отправляемся в Новиград? Да, пойдем. Пора собираться. Поехали. То как мы ведьму убьем? Дуб умер. И дуб, и ведьмы. Это был ваш последний праздник. А желуди? А я уже съел. Не знаю, что с вашими желудями. Придется вам жить без них. Это не ничья земля и не земля хозяек. Теперь она ваша. Так что нам делать-то? Выживай. Пойдем. Нам пора. Решайте сами.
Надо будет потом погуглить, как убить ту ведьму. В комментариях писали, что она там какая-то лютая будет и сделает нам много проблем. Не хотелось бы этих проблем. Хотя с проблемами интересней. Ну там, говорят, финал будет херовый. Если ее не убить. Почему мы ее не убили? Мы же убили всех ведьм. Когда сражались. Странно очень. Это работает. Очень странно. Вы бы меня выпустили сейчас в этот-то, в мир. Я бы задание поделал дополнительное. Это не люди. Я думала, что охотники и храмовая стража охотятся на чародеев. Чародеи сбежали, и охотники нашли нового врага. Че с вами, алло? Охотнички. Ненависть и предубеждение нельзя искоренить до конца. И в охоте на ведьм дело вовсе не в ведьмах. В такой охоте главное... Люди всегда опасались выродков. Едва чародеи покинули Новиград, гнев жителей обрушился на существ других рас. С давних пор самым страшным врагом для людей был вовсе не чужеземец, а сосед. Твою мать. И как надо было поступить в этой ситуации? Это получается переломный момент. Люди! Готовь кружки! У нас гости! Геральт! Цири! Когда я узнал, что Геральт тебя нашел... Я тоже очень рада, что ты жив, Людик. Где вас носило? Мы как раз разделались с ведьмами из Велина и с полководцем Дикой Охоты. Хо-хо! Вижу, утром вы потрудились. У вас такой жалкий вид... Вам определенно надо отдохнуть. Это правда. Найдешь мне комнату? Ясное дело. Пойдем, ласточка, я тебя провожу. Геральт, давай попозже встретимся. Я умоюсь, а потом мне надо закончить одно дело. Я буду ждать тебя на рынке в Золотом городе. Ладно. Какое такое дело? Случилось что-нибудь интересное? Полли подхватила грипп, Мэтт получил нож под ребра, ну и с поставками Соденского тройного запаздывают. Лютик, Йен и Трис должны были собрать ложу чародеев. Этим они и занимаются. Трис наверху ждет тебя, а Йеннифер пошла к романовке Катарине. Йен в грязной портовой корчме? Зачем? Представь, она мне не докладывает. А этот ваш эльф занял рубиновые апартаменты. Тоже велел тебе передать, что ждет тебя. Ты отдал ему лучшую комнату? А он меня и не спрашивал. Я приготовил ему другую, но он на меня и не взглянул, сразу заперся в рубиновую. С тех пор он вообще не выходит. Почти ничего не ест, пьет только воду, а сказал одно. Я хочу знать, когда прибудут Гвинблейд и Зирая. Гвинблейд — это белый волк, получается. Спасибо. Похоже, мне будет чем заняться. Старая речь. Так, понятно. Смотрите. Что мы делаем? Доп. Задание у нас есть. Без седла. Без следа. Поговорить с травником. 32-й уровень. Вот так вот. Заклинание, стартовый капитал. Посетить мастера рун, узнать больше о его ремесле. Кулаки ярости Скеллиги. Башня из ниоткуда. Ведьмачьи заказы. Пропавший сын. Самый опасный преступник Скеллиги. И пропавший брат можно, в принципе, сделать. И охота за сокровищами. Школа медведя. Погнали искать. 2000 метров. Окей, выходим на улицу. И вперед из песни выполнять это задание. Потому что эта броня нам в будущем поможет. Так что надо это выполнять задание. Поехали. Быстренько. Хера как далеко. Руины рыцарской башни. У нас, по-моему, даже есть некоторые улучшения. Мы собрали, успели собрать. Это тоже очень отличная тема.
Элементаль земли здесь. Ну-ка, стоять, элементаль, это у нас... По-моему, тоже магическая тварь, если не ошибаюсь. Сука, больно же. Сейчас ждем. Пошла жара. До свидули. Так, и что тут? Вон там вижу знак. Здесь стоит осмотреться. Сейчас осмотримся, не вопрос. Давай, давай. Школа медведя, все дела? Здесь ничего нет вроде. Опачки. Стальной меч. Окей, идем дальше. Нет, задание. Ведьмачьи... Нет, не заказы. Сокровища нам нужны. Шене школы кота. Школы грифона. Школы волка. Подождите-ка. Ремесло давайте пройдем. Доспех школы медведя. Это самый первый уровень. Мастерский доспех школы медведя. А это грифоны. Отличный доспех школы медведя. Его уже можем сделать, да? Доспех у нас есть. Что за шкура? Шкура драконида. Двимеритовая пластина. Это, думаю, можно купить где-нибудь. Лучший доспех школы медведя. Перчатки, смотрим. Отличные перчатки школы медведя тоже есть у нас. Я, походу, весь его собрал уже. Отличные сапоги школы медведя тоже есть. О, живем, ребята. Серебряные мечи. Отличный серебряный меч школы медведя. Есть. Шикарно, вообще шикарно. Отличный... Где там он? Отличный стальной меч школы медведя. Тоже есть. Урона, кстати, он больше дает, чем этот меч. Странно очень, да? Большой знак Игни. Ремесленник. Мастер нужен. Штаны. Отличные штаны школы медведя. Ситок темной стали. Ну что ж, ребята. Поехали крафтить. Скорее всего, в Новиграде вот этот вот чувачок. Сейчас покажу, какой. Вот здесь, который обитает. Он нам может помочь. Посмотрим, какой. Какой это кузнец. Погнали к нашему... Вот он. Здравствуй, Эйп. Здравствуй, Геральт. Посмотрим, какой он. Мастер, не мастер у нас. Кузнец. Мастер, отлично. Так, сначала вот сюда большой знак Игни. 3. Сделаем на всякий случай. Получение адреналина. Вот мы на силушку атаки. Не хватает. Три. Докупим уж. А, он только один продавался. Малый рунный камень у него вообще не продается. Окей. А у него только мечи делаются. Твою дивизию. Стальной меч сделали. Серебряный давайте мечи теперь делать. Альбедо нужен нам. Алхимический ингредиент. Окей, сейчас будем делать тогда. Альбедо. Альбедо. На альбедо нам нужна. О, нам не хватает. И белую чайку мы не можем сделать. Нам нужна наливка из мандрагоры. Ой, трындец. Так, ладушки.
не надо печалиться. Сейчас бегаем к травникам по-быстрому и посмотрим, продается там что-нибудь такое или нет. Отлично, я нашел. Всю берем нахрен. Краснолюдский спирт весь берем. И вот эту тоже берем. Теперь должно хватить. Идем крафтить заново. Мне пришлось переиграть задание, потому что... Где там травник? Надо, надо, надо. На меня напала стража, потому что я там случайно лутанул. Что у тебя там? Кое-чего. Так, у этого есть, есть такая штука. Это тоже возьмем. Погнали крафтить, короче. Будь здоров. Отлично, два меча у нас есть. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, собственно, они стали коричневыми. И больше никаких изменений пока нету. Отменяем. И давайте теперь вставим в них руны. В эти мечи. У нас есть две вот такие вот, даже три таких руны. Сюда, сюда. Отлично. Все, теперь нам нужны... Нужно на скеллиги. Что еще могу сказать вам? Нужно на скеллиги, твою мать. Погнали туда, на скеллиги. Где тут выход-то у нас к скеллиге? Так, мы отсюда пришли. Вот сюда, по-моему. Нет. Слава королю Родовит! В противоположную сторону. Значит, вернулся. Крафтим броню. Он же мастер у нас. Смотрим. Бронник. Ремесло. Сука, подмастерье он. Нам нужен мастер. Ай, твою мать. А нет, смотрите, можем сделать. Двемеритовая пластина мне не продается. Это печально. Давайте посмотрим. Школа медведя перчатки. Это есть. Починить. Разобрать. Давайте будем разбирать. Шкура драконида. Окей. Сука, столько, сколько стоит? А, 500 разобрать. Разобрать. Дерево. Окей, 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 окей. Шкура драконида, 4 штуки у нас. Шкура... Обрезки кожи нам нужны. У нас 5 штук их. Чё ж я всё продал-то, всю свою броню, капец. Капец. Так, улучшить, починить, ремесло. Компоненты нам нужны. Он компоненты не умеет делать? Инструменты, компоненты, вот. Обрезки кожи. Слиток двемерита. Сейчас посмотрим. Так, ремесло опять. Двемеритовая пластина. Слиток у нас, по-моему, есть. Пластину сейчас можем сделать, мне кажется. Вот, можно. Все это сделать. Ну, где там, где там, где там, где там, где там? На 30-й левел. А, две пластины надо. Окей. Ой, что может быть интереснее, чем крафт? Что-нибудь, сука, другое. Доспех школы медведя. Отличный доспех школы медведя, ребята. Крафтим. Окей. Так. Это все понятно, понятно, понятно. Отличные перчатки школы медведя. Крафтим. О, кстати, смотрите, какие перчатки у нас есть. Интересные. Хм. Прикольно выглядят, да? Перчатки Нильфгаардской гвардии. Отличные сапоги школы медведя. Обрезки кожи нам нужны. Так, посмотрели. И... штаны. Слиток темной стали. О, можно купить. Купим. Так сделаем. Обрезки кожи идем делать. Обрезки кожи.
Где же они у нас, твою мать? Раз, два, три. Думаю, столько хватит. Перчатки сделали. Обрезки кожи. Фух, ну все. Полный сет у нас, ребята. Смотрите, как он выглядит. О, да. Перчатки стали железными. Полностью сюртук стал у нас проштопанный. Давайте даже вот так вот его посмотрим. Рюкзак. Вот такой вот сет. Можно приблизить, посмотреть. Мечи, арбалет. Вообще, смотрите, бронированный просто. По самой не хочу. И платок у нас появился. Бандана такая. Не бандитская, а ковбойская. Еще бы шляпу ему, конечно, интересную какую-нибудь. Перчатки стали железными. Набойки на руках появились. Штаны прошитые. Сапоги тоже, смотрите, железом немножко прошитые. И теперь у нас сюртук такой вот полностью клепанный. Полностью проштопанный и ватный. Вот эта броня, вот это я понимаю. Так, теперь у нас есть на Игне, можно вставить две защиты больших. Посмотрите, у нас есть на Квен, по-моему, большой знак, да? Я предлагаю вставить вот сюда на Квен. А остальное все на Игне. Вот сюда. Сюда. Ну, давайте еще на Квен, наверное, один большой ставим. Вот сюда. Отлично, ребята. И все, у нас полностью прокачанный ведьмак, твою мать. Оп. Оп. Вот такой вот паренек. С таким вот... Отлично, ребята. Ну что ж, давайте посмотрим по заданиям. Сначала будем на 29 левел делать. А хотя, смотрите, у нас есть стартовый капитал. И без следа. С травником поговорим. Принято считать, что ведьмаки убийцы чудовища. Разумеется, это правда, но не вся, ибо ведьмаки нередко берутся за иные задания. Например, иногда они используют свои сверхчеловеческие способности, чтобы открыть пропавшие без вести людей. Именно такой заказ как-то раз разместил Отто Бамбер, травник, обитающий в окрестностях Оксенфурта. 32 левел, ну давайте сначала сделаем тогда ведьмачьи заказы на 29 левел. Самый опасный преступник Скеллиги. Отыскать заказчика. Скитаясь по диким пустошам Скеллиги, Геральт добрался до деревушки Фирсдаль. Там он узнал о заказе на чудовище, которое напало на телегу некого купца. Тот очень хотел, чтобы именно ведьмак выследил и убил монстра. Погнали. Погнали, по-быстренькому сделаем этот заказик. Фух. О, да. Ну, блин, ну офигенная броня. Соблюдай наши обычаи. Это самая лютая броня. Ну, реально. Броня как броня. Поехали. На каком-то... Нет, не на острове. Ну, вообще на острове, да, на Артскеллиге находится это. Ну, давайте в эту деревушку. Портанемся по-быстрому. И сделаем это чертово задание, твою мать. Круто же, круто. Мы теперь в лютейшей броне. Следующее улучшение на 34-й левел только будет. Это, по-моему, финалочка уже. Или предпоследняя. Будто меня что-то изнутри разрывает. Надо к друидам сходить. Что случилось с вами? Нужна помощь? Говорят, что травы больше ничем не помогут. Что только молитва остается. И ты молишься? Я молилась, когда Кьяре бросил меня. Когда мама была больна. Когда овцы подыхали. А теперь сил нет. Блин, помочь может чем-нибудь? Денег дать там, не? Трав купите себе. А когда медведи-оборотни напали на Каэра? Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж. Что теперь? Это работка для ведьмака. Что за работка-то? Сейчас стулом поскреплю немного. Ой. Ну как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало, на нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы, ведьмак. Что за чудище-то, рассказывай. Так что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот тебе и привиделось. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда.
Да, поможем. Эти Сфарер все-таки идиоты. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Ты с Фарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирсдаль на обмен из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что с Фарер, а Сворлог на Спикероде. Ну так с Фарер я поплыл к Сворлогу, обменял там добычу с большой земли на кожи, а потом приплыл сюда. С Фарер на Спикерок, а потом на Арцкелек. Весьма извилистый маршрут. Что ж поделаешь, купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Что-то брешет он, по-моему. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, из кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Никухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их? Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся. Сколько ты хочешь? Ай, давай тогда вот... Так. Справедливая цена. Ну так как? Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну... Тут, в корчме неподалеку, буду ждать. Да. Ладно, до встречи. Походу, сейчас мы сделаем задание и будем этого чувака выслеживать. Самый опасный преступник Скеллиги. Не зря же она так называется, да? Я вот тоже так думаю, что не зря. Давай, плотвушка. Нам нужно с тобой прокатиться немножко. Конечно, я понимаю, что ты любишь каждый угол облизывать, но не сегодня. Поехали. А плотва-то у нас новенькая, черненькая теперь. Смотрите, какая офигительная. И он, походу, должен быть быстрее, этот конь. Ну, по-моему, здесь характеристик у коня нет. По скорости там. Единственное, зависит от седла. Вот такой вот красавец у нас теперь черный. Охеренно. Шевелись, плотва. Я гуглил немножко, там еще в будущем будет у нас... Офигительное седло на эту плотву, легендарное. И плотва будет таким черным дымком проходить. Вот она, телега. Ну что, посмотрим? Давай посмотрим. Это должно быть товарищ того человека с Фарер. Странно, это старик. Выглядит так, будто умер он от старости, а не от когтей накеров. На боках у него раны, словно от когтей. На челюсти сжатый, позвоночник выгнут дугой, будто умер он от столбняка. И никаких здесь накеров сроду нету. Опа. Какого? Прям на плотву. Повезло. Что-то мне подсказывает, что это не случайность. Надо бы проверить. Так, а здесь мы не будем проверять? Больше ничего тут нету? Погнали. Стоять. Рюкзачок. Сейчас мы вот так сделаем. Вот так и на критический урон. На катакана.
Борозда в снегу свежая. Валун катился здесь. Логично. Весьма логично. Ой-ой-ой-ой. Давай, ведьмачела. Вот оттуда сбросили валун, а там, похоже, какие-то следы. Следы накера четко отпечатались. Вон, я вижу их накеров. Толпень такая. Масло против накеров — это огры. О, кстати, алхимия. Давайте-ка зайдем сюда. Против зверей масло у нас есть. И три... Ну, понятно. Не шибко. Масло против огров. О, следы у нас, кстати, показываются теперь на миникарте. Я поставил настройках. Так намного удобнее будет перемещаться нам. Так, окей. Против зверюги масло надо. Давай сюда. Ну, ну, ну. Скотина. Стоять. У нас же Игни прокачан сейчас. Бьет как не знаю кто. И масло теперь отравляют. Ох ты, сука. Тихо, 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 пацаны. Давай. Давай, нападай. Так, всех перебили. Собачье сальцо дай ко мне. Сразу посмотрим, где следы. Погнали. Пещера. Окей. Сука. Прикольно. Что тут творится? Давай. О, вообще не те. Интоксикоиды нам нужны. Тихо, 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 пацаны. Подожди, у нас же яд. Иволга нужна. Чтоб их яд вообще ничего нам не делал. Все, еще. Разбойники, сука. Пошла жена. Давай. Отлично. О, главоглаз, отлично. Как же я тебя долго ждал, дружище. Ты бы только знал, главоглазик. Скажи, что будет тебе отвар. И не только отвар. Да, сука, давай, вылази. Ну... Ну! Давай! Яд глава... Отлично! Идем в алхимию, наконец-то уже. Делаем эту шляпу. Вот сюда что не хватает? Ясно, чайки не хватает. Масло против зверей. Тут по-любому... Опять нужен куролиск, желудок. Да что ж такое, у нас же был желудок куролиска. О, да. Еще раз сделать. Окей. Доплер, доплер. Э, а где мутаген с главоглаза? Сука. Ай, тварь. Не хочет. Сейчас мы всех этих полутаем, уж красные мутагены будут. Зеленый, синий,
Все. Давайте еще кошку выпьем, чтобы в темноте видеть. Масло против огров. На всякий случай. А то это пипец какой-то. И сюда зайдем, посмотрим. Блин, ни одного сундука нету. Серьезно? Стопа натера. Выдолбленная изнутри будто башмак, который кто-то потерял на бегу. Ясно. Ну я так и думал, если честно. Становится все интересней. Что подстава подстав. Но мутаген нам должен, сука, быть. Лапа натера и человеческая нога. Маленькая, как у ребенка, который явно бежал. Пойдем-ка вниз. Угу. Вообще ничего нету. Какой-то здесь чувак опасный, видимо, был, да? Здесь следы обрываются. Кто же развешивает рисунки в таком месте? Ведьмака, причем рисунки-то. Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. А вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Теперь я знаю, откуда взялись следы натера у валуна. Только интересно, кто на самом деле их оставил. Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить. Все это похоже на какой-то план. Какой-то, видимо, старый знакомый. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Так. Это что там сверху сейчас было? Какой-то призрак. О, жесть. На, вот это вот нахер уже. Ну они отлетают у нас за здрасте просто. Оп, 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 оп. Не успел ударить даже, да? Так, стоять. Хоть один бы красный мутаген, сука, был бы. Щит еще пробил мне. Так, там больше никого нету. Синий мутаген, ну там уж красный будет, а? Блин, накачал эту кошку, она теперь будет мешаться тут. Давайте-ка медитацию используем. Отвар, чтобы этот пропал. И новые отвары используем. Заново. Так, масло против человека. Давай. Магическая тварь, скорее всего, какая-нибудь будет дальше. Хотя, сейчас пока накеры нас нападают. Против огров отвар используем. Суккуб, виверна и катакан. Чтобы урон был максимально большой у нас. Ну, вообще, надо нам, наверное, суккуб, катакан и альгуль. Вот это будет правильная тема. Отправиться ночью на место встречи заговорщика. Ночью еще. Фондю покушаем. Почему ночью-то?
Ладно, давай медитнем где-нибудь подальше отсюда. Здесь в кустиках. До ночи. Заходим в рюкзак опять. Эх. Это должно быть здесь. Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вас слышу. Одно булькает, как кипяток в ржавом горшке. Второе дышит нервно, как серна, попавшая в силки. А третьему лучше принять что-нибудь от боли в горле. Советую Тимья. У них там... Ивасик? Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? А то, что ты там, а мы здесь! Сейчас все может поменяться. Возьмак, не болтать! А то Польдик из него сделает суп! Вот именно! Мы тебя схватили! И теперь ты отдана наша милость и немилость! Да что ты! Я сейчас как развернусь, повернусь и... Польдик сказал! Возьмак закрыть пасть! Или попадать в суп! Удивляюсь, почему он до сих пор туда не попал. Сука, еще и волколак. Серьезно? Вы должны были его убить. Чего? Убивать уговора не было. Вот именно. Мы должны были его только напугать. Чтобы знал, что мы страшные. Нам дорогу не переходи. Мы, кажется, друг друга не поняли. Это убийца. Такой же, как они все. Как и тот, кто убил мою Адаю. Ну, понятно. Нам всем очень жаль твою жену. Но ведь не да этот ведьмак ее убил. Мы не можем наказывать его за чужую вину. У этого тоже много чего на совести. Я слышал, что он сделал с Коридом и Стусом. Но Золотого Дракона он пощадил. Да? А что вы скажете про Вериену? Ту Бруксу, что любила голубые розы из Назаира? Ее он не пожалел. Давайте разойдемся, пока ни с кем ничего не случилось, и давайте закончим этот фарс, считайте, что вы мертвы. Нам бы Доплера ушатать, и отвар бы с Доплера получить было бы неплохо. Вериена убивала невинных людей, я должен был что-то сделать. Но многим другим чудищам я помог. Да? Это кому же? Я помог Прибожику. На самом деле даже двум. И Васику, и Саре. Он говорит правду, я слышала об этом. Не смеши меня. Этого слишком мало. А совсем недавно я сохранил жизнь новиградскому Доплеру, который воровал еду для Скайтаэли. Хотя за его голову мне обещали кругленькую сумму. Я тебе благодарен. Немного уж нас осталось. Ты хочешь его пощадить, чтобы он всех нас выследил и перебил? Я ничего вам не сделаю. Я не убиваю разумных существ. Лжешь. Каждый ведьмак убийца. Я убиваю чудовищ. Профессия у меня такая. Но только если они угрожают людям. Ты ненавидишь нас всех! Люди ненавидят вас, потому что ничего не знают. Им неведомо, кто по-настоящему опасен, а кто просто хочет спокойно жить. Только ведьмаки стоят между вами и людьми. Мы знаем оба этих мира и храним оба. Мы убиваем опасных чудовищ, чтобы разумные могли жить в покое. Ты говоришь так, потому что боишься. Ты знаешь, что нас больше.
Ничего подобного. Если бы я захотел, я бы давно вас перебил. Я ему верю. Отпустим его. Я за. По-моему, он не лжет. Пустить Возьмака! Глупцы! Он провел вас как щенков. Корчит из себя честного и доброго. Да только это обман! Люди всегда врут. Успокойся. Этим ты не вернешь Адалию к жизни. Стойте здесь. Я сам с ним разберусь. Блин, мне бы Доплера убить на самом деле. Тупо отвар из него сделать и все. Сука, волколак еще теперь. Ай, господи. Волколак это проклятый. Масло против проклятого нам нужно. Идем в масленку нашу. Масло против проклятого. Гибридов, драконидов, проклятых. 60 зарядов. Здорово, друганя. Игни. На. Пщи, получи. Фондю используем. Затем вот так. Оп, что, не нравится тебе, дружище? Оп, оп, оп. Вот и все, ё-моё. Выкобеливаешься тут. Ты был прав. Чудовища, они как люди. Одни добрые, другие злые. А есть те, кто просто сбился с пути. Жалко его. Он когда-то был другим. Жаль, что мы поддались на его уговоры. Возьми вот. Это такая безделушка от нас, чтобы ты по-прежнему помнил, что не все чудовища опасны. Спасибо. Чё он нам дал? Так, получено 200 опыта. Баксмак из кожи Накера. Вот один из Волколака. И все, ребят, давайте на этом закруглимся сегодня. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Риорс. Увидимся в следующих сериях.